Самое главное то, что такого аналога нету в мире. Это единственная частная собственность, где у нас 1300 сортов винограда. 1300 сортов винограда вот здесь. У этих, здесь есть от до 450 наименований грузинский виноград. Остальные с разных, с американские, с Алжира, итальянские, угу. французские, всякие. Испанские мы попробовали. Есть, да, испанские да. есть. Угу. Но главное, что 450 сортов винограда, мы вот занимаемся этим, что это не только для бизнеса, мы держим это, что вот эти виноградники, уже фактически 450 сортов в Грузии уже не найдете. Мы это угу. искали, находили где-то, угу. вот так сажали, и вот создали вот такой музей, uh-huh. музей винограда. Uh-huh. Вот. У нас добавляется еще дальше территория, еще где-то 300 сортов добавится. И это единственная частная собственность, где сколько в мире аналогов у него нет.